Ну, мое почтение, Локи. Здравствуйте, новый джанглер, хороший джанглер. Здорово, народ, вы на канале Арти, у нас новое видео по Смайту. И у нас новый Локи, ну, реворкнутый Локи, он уже давно не новый. Я объясню в этой катке, почему он мне понравился. Я считаю его действительно сейчас очень-очень сильным джанглером. Катка классная, билд, ну, наверное, хороший, я думаю. Поэтому вам хорошего просмотра, от вас буду ждать лайки, комментарии, как вам новый Локи. Да и в целом, спасибо вам за то, что смотрите мои видосики. Теперь вопрос на миллион. Новый Локи в джангл через что играется? Через тройку получается? Или через что? А подожди, подожди, подожди. Ошибка, ошибка опять. Не говорите мне, что ошибка. Не знаю, насколько им нужно превосходство, чат. Через двойку? Я просто не знаю, что больше урона нанесет. Что больше урона нанесет? Нет, ранца это по-любому, да. Я тоже думаю, что тройка больше нанесет. А что происходит? Что происходит? Что-то они какую-то дичь делают. Ладно, в общем, новый Локи. Новый Локи в джангл. Спасибо за подписку на Арти. И спасибо за подписку на Арти, ребят, да. Слушай, ну в принципе быстро убивает. Сия! И уже откатилась, в принципе, до бафа. Ну, нормально, нормально, нормально. Не, нормально. Я просто им до этого играл, когда он только пропатчился. Но я играл им в соло, типа, к сожалению. Слушай, отлично чистит, на самом деле. Опять Мерлин, опять Мерлин. Что, в нормалах все на Мерлине играют? Химдаль, ты что делаешь? Пойдем за красным твоим. Очень быстро скиллы откатываются у него. Как-то даже странно, я бы сказал. Нет, я за Локи уже играл, ребят. Мне Локи нравится новый, но типа я не играл им в джангл. Не знаю, как он будет в джангле. Сейчас испытаем, как говорится. Пока что я вижу, он очень быстро чистит. Прям мега быстро чистит, я хз. Теперь, ну вот сейчас я посмотрю на гангах, как я буду на гангах работать. И, ну, все, что я вижу, это единственное. Ну, это теперь убийца, настоящий убийца, ё-моё. Он быстро убивает. Хорошо. Хорошо. Хорошо работает. Это хороший реворк, ё-моё. Ну пока что, ладно, ладно, ладно. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Пока и команда еще хорошо действует. Первый раз вижу реворк Локи. Ну вот, смотри. Ну, я понял то, что да, качаться через тройку. При всех раскладах. Качаться через тройку. Анубис и Зевса и Посейдоны. Зевса. Зевса редко вижу. Сколько каток выиграли? Одну пока. Пока выиграли одну. Блин, я хочу Локи в рейтинг теперь. Сол Аегис. Окей. А сколько уже сыграли? Одну. Здорово, Овил. И маны у него много. Посмотри, у меня мана не кончается. Я юзаю билки по КДМ, она не кончается. А то, что там это арахна, это плохо, конечно. Мана не кончается, почему? Right.
Да, Локи меня в рейтинге пока не хочет, но это пока. Блин, там Арахна. А если б не Арахна? Да, я сказал здорово, Руш, если что. Или это вчера было? Я слишком много стримлю и слишком мало роликов делаю. Я говорю, я уже устал, у меня столько роликов надо сделать. Просто жесть какая-то. Это смайт, что ли? Ну, есть такое, да. Хорошо, хорошо. 3-0 идем. Это может быть очень быстрой каточкой, между прочим. That's too bad. Чё там у тебя, Герсиас? Всё нормально? Всё нормально. Видимо, всё нормально. Мне нужен сапог и трансцендент. Очень срочно. Два артефакта, и я буду всех аннигилировать, я думаю. Ништяк, пацаны! Сегодня кайфуем. Сегодня кайфуем, да. Здорово, Стринекс. Ты, говорит, ты видел их, их пик? Это изика. А наш пик нормально? Да пофиг на их пик, я героя смотрю. Оу, щит. Ну, он убивает? Он убивает, рилли убивает. Это удивительно. Я почему удивляюсь, ребят. Локи раньше не убивал в начале. Вы заслужили эту победу, так возьмите ее. Спасибо, спасибо, да, мы заслужили эту победу. Локи раньше не убивал на этих уровнях, понимаете? Локи раньше это персонаж, который терпел овер много. До плюс 4 слотов и только потом что-то делал. Вот и без маны. Да, за 7, за 6 минут я первый раз на базу пошел, потому что мана кончилась и хп. Это удивительно. Я не знаю, что у него с маной. Ему нужно поднимать потребление маны, потому что это, ну, что-то, что-то с чем-то. Вот сейчас и все будет показываться. Раньше Локи дрался только ультой. Раньше Локи дрался только ультой. А сейчас? А сейчас не только. Изи ганк, изи помог. Ой, блин. Хорошо. Я удивлен. Я очень удивлен. Слушай, мне очень нравится, если честно. Я удивлен, но мне очень нравится. Им реально теперь приятно играть. Наконец-то, наконец-то в смайте есть джанглер с инвизом. Не соло с инвизом, а джанглер с инвизом, понимаете? Который будет не просто создан для того, чтобы просто попушить линию какую-нибудь, а именно убить. Да, он сейчас не работает. Тихо-тихо, маленький. Надо было ультить в него, кстати. А он сейчас не работает, ребят, его никто не берет и все такое. Убить его что? Убью я его или нет? Ушел на базу, да? Ну, мое почтение, Локи! Здравствуйте, новый джанглер, хороший джанглер. Неважно их пик, главное, как он механически работает. А что с АО случилось? Ничего, его просто не пикает никто. Ничего не случилось с АО, кстати. Но он не работает сейчас. Нет, нет, АО не сильнее Баки. Сейчас мета, ребят, сейчас мета тех, кто бьет с руки.
Сейчас мета тех, кто бьет с руки, ребят. АО с руки не бьет из-за того, что кольца немножко обговнялись. Понимаете? Здорово, здорово, Крам. Слушай, ну мне нравится, очень нравится на локе играть. Очень. Прям. Да, Кали сейчас хорошо должна заходить. Сейчас мета такая, да. О, мега сильный. Как он может быть сильным, если его не пикают, не банят, не берут? Вы что, угораете, что ли? Если бы он был мега сильный, он был бы либо по кулдауну в бане, либо по кулдауну его бы пикали. Да, у двойки, конечно, урон никакущий. Бака, Арахна. Сейчас топ джанглер это Немезида. Потом Арахна. Потом есть всякие бакасуры, которые реально топ джанглеры сейчас. Шоуль будет. Ай, мидер пришел, очень плохо. Здорово, картошка, да нормально. Но тогда и плащ гидр будем собирать, раз он с руки стал хорошо наваливать. Немка в бане, да. Почему от Немезида в бане, а у Куанг нет? Не потому, что у Куанг сильный, ребят. Потому что Немезида сильный джанглер, которого контрит много джанглеров. Сет еще сейчас очень сильный, но явно не АО Куанг. Блин, главное, чтобы они не сдались. Я хочу еще поиграть на Локи и понять. Это же не рейтинг? Не рейтинг. Я хочу понять билд, что нужно ему. По мэйни, почему нет чампа? Мы официально партнеры с Rouge Company, как бы, плюс там вроде как СНГ ребята пытаются турниры сейчас мутить всяческие разные, это тоже очень хорошо. Будет развитие, у меня будет розыгрыши по Rouge Company в любом случае, появится рейтинг в скором времени, как бы, ну, там есть тоже куда развиваться в плане даже тех же стримов, кооперативной игры и всего остального. Сет очень мерзкий, очень сильный персонаж. Сюрикен на Локе? Ну, не знаю, такой себе. Хотя, кстати, слушайте, он же поменялся. Он совсем другой сейчас Локе. Может быть, ему можно и криты даже собрать, да, наваливать. Он очень быстро бьет. А тройка критует вообще, нет? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь чекал? Тройка может критовать сейчас? Я не знаю, что вам она делает, их трое там, а он пытается драться. АО тоже с руки бьет, ребят, но АО это маг, не забывайте, это маг. Сейчас мета тех, кто бьет с руки, но АО это маг, и ему нужны кольца, а кольца понерфили. Поэтому АО не может априори быть сильным из-за этого, понимаете? Занерфленные кольца и маг. Чувствуете? Сет это трудно. Мне сет тоже не заходит. Вот чисто технически он для меня тяжелый персонаж. Блин, Герсиаса душит толпой. Это не универсально, это слабость. Юза, это слабость. Хорошо.
Надо больше урона как-то на ульт. Бля, там этот уже пришел. Хорошо, урон прошел. Картошка, хорошо, спасибо за донат. Кстати, сегодня первый донат, к сожалению. Спасибо большое, картошка. Нормально, урон прошел. Ну, кто будет бить? Копеечка для хорошего стрима. Нормально, нормально, нормально. Спасибо большое. Правда, спасибо огромное. Сейчас это очень нужно. Мы соберем на карту захвата, и я буду очень рад. Очень рад. Блин, ну Локи стал более играбельный, конечно, мне кажется. У него и хороший урон, и с руки он бьет, и крипов он теперь чистит хорошо. Посмотри, как замечательно, без двойки. А при этом, при всем, для, как для джанглера, у него единичка, отличный мувмент, плюс инвиз. Как бы имба. Будет нерф. Но нужно потребление маны увеличить хотя бы. Потому что как-то странно это все, конечно. Но она умерла. Хочет она этого или нет, она умерла. Оу-хо-хоу! Да не, он классный, посмотри. Не, слишком силен, конечно. Гидру-то купи, да, сейчас будет. Я, видишь, я развлекаюсь максимально. Очень хорошо, блять. Там еще этого можно убить. Нельзя, их там двое, да? Последний он не прошел. Она его убьет. Хорошо. А донаты с СС тоже только через Twitch? Нет, нет, ребят, донатить можно везде. Ссылка на донаты есть в описании. Спасибо вам огромное. Блин, дробилку попробую. Хотя он сейчас с руки наваливает что-то так, что мама не горюй. Билд более такой древний, но я считаю то, что билд можно тоже поправить, кстати говоря. Кстати, о птичках билд, наверное, тоже можно другой. Блин, может криты попробовать на Локи? Блин, она вообще не кончается, я прям удивляюсь. Не, что-то надо делать, что-то с этим надо делать. Только на Киви, да, на Киви не приходит. И мне на Киви донат кинул, что ли, Дэнс? Я просто не знаю, там токен нужен Киви, чтобы подключить, и он не подключается у меня до сих пор. Я понял тебя, Мерлин. Я могу умереть сейчас, я скорее всего умру сейчас. Если она под ультой побежит. Банки надо продать, да, я их ношу на всякий случай с собой, я их съем, короче. Хорошо. Не-не, она и без трансы не кончалась. Она и без трансы не кончалась, я же говорю, я очень удивился сильно. Очень сильно удивился. Что за урон? Удивлен. Я иду дефать, иду дефать. Слушай, положительные впечатления, конечно, от Локи. В джангле именно. Я им до этого после нерфа поиграл только в этом. Только на соло удалось поиграть.
И на соло он теперь не работает, а в джангле, ну, слушайте, очень-очень даже играбельный, я бы сказал. Спасибо большое за подписку. Нож в сердце, да, я его и начал собирать. Вполне себе. На два левела я обогнал Арахну, как бы нормально. Соло и ДК. Ну а ДК я просто по рофлу на нем играл, когда он только вышел, да? Потому что роль не отдали. А поиграть хотелось. Сколько там надо? Забыл две. На Этрис. Чтоб вообще не гелировать. Чтоб вообще не гелировать. Бля, не вдвоем там. Хотелось ворваться, блин. Зачем катаны нужны? Так у меня нет катан. Блять, я не могу туда никак, ни ультой никак влезть. Ну я не хочу умирать. Я могу убить, но умирать не хочу. Мне и так хорошо все идет вроде. Они все хотят, чтобы я ульт юзнул. Она бы не выжила, лол. А, да я не хотел ее спасать все равно. Минус один, кстати, ушел. Ну, не сложно. Но вот больно тоже фармить. Не быстро. Ретрит. Хорошо, Герсис, хорошо, хорошо. Я первый, кто 20-й, да, лапнул. А потом Герсис апнул, да? Че ульт на тебя тратить, блин? Бывает, Сань, бывает. Хорошо. Хорошо. Музыка кайфная. Блин, да я просто удивляюсь и удивляюсь его урону и всего остальному. Хорошо же, хорошо заходит, лол. Я не знаю пока, Астеринокс, не знаю, посмотрим. Блять, мои микроподсчеты мои не сработали, ну ладно. Too bad.
Я иду, Герсис. Я иду, 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 иду. Спасибо за подписку, ребят. Герсис бы в соло убил, кстати. Особо не напрягаясь. Это значит, капа это смайлик с твича. Сделай звук хорошо. Рейтинг так и недоступен. Да пока недоступен, да, но я думаю, сейчас после этой катки уже будет и рейтинг, и все дела. Блин, там что-то это разогралось. Очень много у меня урона, конечно. Разработчик у него Хареза, Чампыч. Техработы были, поэтому рейтинг недоступен. Умрет? Умер. Как и мир, только умер. Прикольно, блин. БП появится через 5 дней. Да, да, и рейтинг тогда же. Ай! Нет, скоро выходит. Ты шо? Еще не боишься ничего? Хорошо. 11-1. Кого застилил, я всех сам убил. Всех сам убил. Топ убийства, топ золота. Удивительно, да, у Лепрекона топ золота. Локи уже звук был. А два раза подряд нельзя юзать. Герсис сыграет на Посейдоне. Да, на основе. Но это не рейтинг. Да слушай, вообще непонятно на самом деле по поводу билдов. Я не знаю, на Локи, мне кажется, сейчас очень много всего канает. Я же говорю, можно даже попробовать его в целом в криты собрать. И он будет жесткий. Так они будут Феникса дефать, почему слишком поздно-то, не пойму. Трай, давай, трай. Ой, блядь, надо же было в говняшку наступить. Бейте, парни, бейте. Да блять! Ой, мун, у него в тройке мун. Неплохо. Здорово, Владок. Парни, спасибо за лайки на ютубе. Сегодня не просил, но ставите жестко. Поставьте еще, порадуйте деда. Попадите в ролик, подпишитесь, закиньте донат, засабайтесь, не знаю, что-нибудь. Ролик по Локи будет на ютубе всяко уже, 11-1 играем, даже если поиграем. Первые впечатления всегда интересно смотреть, мне кажется. Локи имба, все, я считаю, что Локи имба в джангле. Будут нерфить. Турнирный режим для Руджи, я так полагаю, будет все-таки бомба? Да, конечно. Не, не отвлекаюсь, Чампыч, Рудж Компани для меня тоже интересен как проект. Я же говорю, я не жду, как многие, от кого я слышал, все ждут рейтинг в Rouge Company, чтобы ворваться в него. Что, блядь? Я в игру просто играю, потому что она мне нравится. Блядь, как же мне больно, а. Здорово, Экзимка, байтишок. Да что-то сегодня не работает. Лайк, спасибо большое. Спасибо за лайки, ребятички.
Спасибо за подписку. Бля, да чё ж так больно-то, а? Мы не можем за этого запушить титана. Я умер. Так. Печаль, беда. Блять, несущего, конечно, хочется купить. Цукиёми очень сильный, как по мне. Цукиёми считаю тоже сильным джанглером, на самом деле. Арандайд не пробовал? Нет. В топ джанглеров не сможет, наверное, попасть. А может и сможет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Герсис, что за отхил у тебя, дядя? Хорошо. Вообще не понял, Ярослав, к чему ты это рассказал про Локи, который на соло против Чака не смог. Причем здесь соло? Его реворкнули, чтобы он стал джанглером нормальным. Он на соло теперь вообще не зайдет никак. Двойка крипов не чистит. То есть залека ты чистить не можешь, как раньше. Тройкой нужно впритык подходить. Это джанглер чистой воды теперь. Это джанглер чистой воды теперь. Какие соло? Какие против Чака или Кумбы? Ты что, с ума сошел? Хорош. Дядь коту на котлетку. Спасибо большое. Кот будет премного благодарен. Спасибо большое. Да, так я ж про то же. Еще можно ктулху да на сулу. А что там происходит с титаном? Нормально все у них? Сейчас замурчу, конечно. Ля, он как отхиливается даже от этого. Алло, от пироманта, вы видели? Куда полетел? Он заканчивать полетел? Мулан? Мулан тоже сильная, но не мой Они хотели вдвоем закончить, я понял. Мы сейчас вдвоем закончим, чекайте. Вы что, прикалываетесь что? Да, блин! Изи закончил Герсиас. Хорошо. Хорошая каточка. Не, ну за такую каточку на Локи можно и лайкусик, да, влепить на ютубчике. Кайф, кайф. Мне понравилось. Забавно было.